Валентина Петровна. Она! Это вас Microsoft беспокоит. Кто? Microsoft. Кто? Microsoft. Компания такая. Кто? Microsoft. Кто? Microsoft. Не понимаю, найми нормального. Ну, Microsoft Windows. Microsoft Windows Company. Чего ты несешь? Мы вас хотели позвать на работу. Да что ты? Да. 90-летние не работают. Ну, вы сказали, вы написали в этом в анкете то, что вы программист. Чего? Вы написали в анкете то, что вы программист. Чего тебе на мать найми? Вы программист. Вы? Хуйню несешь? Нет. Мне лучше знать, кто я, программист или хуист. Не, реально, вы программист. Чего, блядь? Вы программист. Иди, ёбнулся давно. Нет. Недавно. Вы написали то, что вы программист. Что вы несете? Давайте быстрее. Мы работаем или нет? К ёбаной матери, какой в 90 лет программист, чего, блядь, несёшь? Ёб твою мать! Вы хотите создать новый Windows?